главное, о чем говорит президент. Он прежде всего говорит об ответственности губернаторов. Что, ребят, конечно, запретить все гораздо легче. Да, и проще. Все, ничего не работаем. А потом прийти к федеральному бюджету и сказать, дайте денег, ну вы же видите, у меня никто ничего не работает. Вот он про это говорит. Стоп, стоп, но дальше его там спросят, скажи мне. Вот. А ты вот про это подумал, что можно сделать вот так, например? А мы вам дали, он скажет, что дал федеральный бюджет вам. Прежде всего, выплаты врачам. Сделали вы выплаты всем 100% или не сделали? Из другого много чего спросит. А потом скажет, а почему ты не запустил правильно вот так стоматологию? Где можно протестировать? Потому что все логично звучит. А он скажет, а потому что это тяжело, я не знаю, как тогда контролировать. Плати. Он скажет, ну тогда ты не соответствуешь занимаемой должности. Да. Вот о чем идет речь, понимаете? Поэтому каждый час... Губернатор сидит и думает, а запустить ему стоматологию, запустить ему столярный цех, запустить ему там какой-то... И как запустить. Да, и как запустить. Вот тогда, а если он так скажет, да, все идите на работу, а потом у него раз вспышка. Скажет, родной, а ты что делаешь? Ага. Вопрос администрирования. Президент четко сказал о вопросах администрирования. Решили... Вы запустите стоматологию, а там коронавирус. А мер поддержки можно компенсируете дать? Им все сами из своего бюджета. Вот он о чем говорит. Правильно, выплаты на зарплату. Это правильное решение.